Люди ходят, селезни неактивные вон. Свистит. Свистнул. Сейчас люди пройдут, отключусь, еще выдразнить. Бесполезно, вон пара, вон пара. Те сюда гребут, на звонок манка. Ну вот эти гребут сюда. А те у нас плывут мимо. Бесполезно, когда утка пара, все. Гребет, гребет, гляньте, кряква гребет сюда. Чисто сюда гребет, прям вот что называется. И селезень, видите? И высматривает, голова крутится. Ну все, они меня спалили. Я тут хорошо стоял за деревом. Отвернулись. И вот смотрите, опять развернулись и сюда гребут. Утке понравилось. А вон те залезли. Лектор есть, мы видели, там селезни повытаскивали свои головы, так сказать, повытягивали. И утки вот они гребут. Отзываться я здесь даже не слышал, чтобы они вообще крякали. Вот сколько ездил, просто уже отзываться они, наверное, не будут. Это надо август-сентябрь месяц, чтобы они отзывались. 2000 всего с перисылом, и этот монок никогда не будет залипать. Вот это его большущий плюс. И сделан он очень качественно. Здесь кольцо, и здесь гравировка. Вот здесь гравировка, вот здесь гравировка. Хороший моночек. Вот они, наши утки приплыли. Так, вот он, наш одинокий селезень. Слышите, что творится? Свистит. Мгновенно, только крякнул монок. Там сидит он, селезень и утка. А этот селезень у нас один. Смотрим, что сделает монок. Слушает. Слышите? Свистит. Мгновенно свистит. Выглядывает, выглядывает, головой крутит, где ж крякает. И сюда как бы мылится. Я сейчас видел, как они дерутся за утку. Ну, он остановился и слушает. А ну, похриплее. Вон, пара поплыла. Ну, свистел мгновенно. Свистел, свистел, выглядывал, ну, уплыл с теми.